Всем, короче, привет, ребята, с вами Димка Бродов из 9К, и мы сегодня будем рассматривать обнову 3.9.02. Давайте же начнем. Первый у нас магазин. Добавили в скины нового хомяка. Добавили еще одежду. Вот такие. И они бесплатные. А вот эти бесплатные. А вот это платная уже. Короче говоря, добавили еще новые шляпы. Как долго они листаются. Добавили новые шляпы, добавили новые ноги. Глаза новые не добавили, клюв добавили, хвост добавили, арбузные. Добавили в рюкзаках. Рюкзаки, короче, всякие. И у нас новые крылья, которые я нашел уже. Короче, добавили. А что у нас добавили? Больше ничего не добавили. Добавили, короче. Наверное, человек обанкротился и теперь не может получать деньги. Ну, в смысле. Ему нужны деньги сейчас. И поэтому он решил 150 поменять на 5. В смысле, наоборот. Тут я уже сохранил скин. Ну, набрал левел. И в принципе, это все. Можно так подумать. Не один. Короче, меня бесит это все. Ну, короче, заходим на Хаус Нол. Смотрим новые вещи. Горилла. Есть еще вот такая вот анимация теперь. Но если я включу кружиться, то я буду быстрее кружиться. Вот подумайте, вот это вращение и вот это вращение. Есть что-то? Ладно. Короче, добавили еще у нас анимации всякие. Съеданием арбуза. Добавили держание арбуза. Добавили сыр. Добавили коктейль, добавили книгу, ну, анимации, точнее, добавили съему, добавили вот это, добавили еще вот этот ананас, это инопланетянин, этот ананас. Ты че, это каменные? Короче, я так я понимаю, блок из Соника или что-то подобное. Но в основном это только блок. Нахуй, Крис. Ну, в принципе, я поступил хитро, нормально. Вот. В принципе, нормально все тут. И больше ничего нету. Прикиньте, но есть одно но. Добавили новые два сорта крыльев, которые я вам сейчас и покажу. Короче, для начала нам для начала надо зайти на Рота 07, найти кафе имбовые и вот сюда вот аптереса открыли, и мы найдем их. Дальше они у вас появятся в магазине, но у меня они уже были, так что бежим на Айланд, и там тоже есть пасхалка. Айланд я уже пролистал. Вот. На Айланде добавили еще, по сути.
А вот и она. Блин, ребята, как удобно, я ее нашел. Просто как удобно. Как это охренительно и удобно. Короче, идем нафиг отсюда. Ищем Пингуинус Дамаска. Кавазаки Кагу Трипы Стрипер. Но, наверное, этих ребят я уже не найду. Хотя я нашел что-то. Точно, почти братки. Вот, Кавазаки. Кагу, Трипу, Ес, Трипер. Я не знаю, как получить шаг, так что... Я не знаю, как получить шаг. Видите, ну и, в принципе, это была вся обнова. Ну и давайте посмотрим. Давайте же посмотрим, дали мне шаг. По сути, должно быть убегать. Где-то. Ну, я не знаю, где. Его нету. Как вы можете увидеть. А я очень расстроен. Ну что, тут у меня есть только этот шаг. Может быть, его этот шар удалили, но я не знаю. Как он делает. Еще добавили подход на так, где у них? На тикра пасхалка и на лягушку. Ну и, в принципе, вся была обнова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.